Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня приготовлю простой ароматный морковный пирог. Морковку натираем на мелкой терке. В мягкое сливочное масло добавляю ванильный сахар и обычный сахар. Взбиваем до однородной светлой массы. Высыпаем разрыхлитель с мукой и хорошо перемешиваем. Отставляем в сторонку и взбиваем яйца. Яйца я буду вливать в несколько этапов и хорошо перемешиваем. Вот такое получилось у меня тесто. И сюда мы высыпаем нашу натертую морковку и хорошо перемешиваем. Противень смазываем сливочным маслом и сверху немного присыпаем мукой. Выливаем тесто и распределяем по всей форме. Пирог я буду выпекать при температуре 200 градусов 35-45 минут. Готовность пирога проверяем спичкой, чтобы на спичке ничего не оставалось. Сверху по желанию можете украсить сахарной пудрой. Разрезаем пирог и подаем на тарелке. Яркий ароматный морковный пирог покорит вас замечательным вкусом и нежной воздушной текстуры. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось это видео, задавайте свои вопросы. Также подпишитесь на мой канал «Готовим вместе» и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Также у меня на канале есть и другие виды пирогов. Если вам интересно, переходите и смотрите. Все ссылочки будут на экране и под видео. А вам я желаю приятного аппетита и до новых встреч!